Танцевального ощущения, нет движения. Вот потом, читая интервью в Modern Drummer англоязычным, блин, я уже забыл, с каким барабанщиком. По-моему, с Амаром Хакимом, кстати. Да. Вот, я услышал, что я прочитал от него, что он рекомендует молодым барабанщикам заниматься под слободолью метроном. Я когда занимался, я доводил метроном до 210 на слабую долю, как бы играл. Было очень сложно, но прикольно. В принципе, я думаю, вы сразу же заметили, вот как немножко меняется ощущение вот, от грубо, когда ты играешь на сильную долю и когда начинаешь играть на слабую. Вот, причем таким образом можно заниматься под... даже не просто заниматься, можно даже с группой играть. Более того, я на слабодольный метроном даже целый альбом отдал. Это был второй альбом «Князя», «Тайны кривого зеркала» назывался. Вот, звукорежиссер, как бы Юра Смирнов, с которым я работал, сам офигел. Мне он больше всего нравится по ощущениям и по качу, и по живости. Он самый живой получился из всех. Метроном уже сам переключится на слабую долю, рука уже будет чувствоваться на сильную. И когда вы уже почувствуете некий контроль, когда почувствуете, что в голове все чуть-чуть уже переключилось, тогда уже начинаете подключать руку и ногу.